Во-первых, здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас всех видеть. Большое спасибо, что вы пришли разделить с нами этот тихий вечерок. Несколько слов, что здесь сейчас будет происходить. Ну, во-первых, для приличия я представлюсь. Не столько вам, сколько в трансляцию. Вдруг туда зайдет кто-то, который вот не будет знать, кто это такой тут сидит. Зовусь я Сергей Гринберг. Живу я в городе Москве уже целых 15 лет. Пишу всякие песенки, стишки. Иногда песенки не на свои стишки. Некоторые считают, что это получается. Некоторые считают, что получается неплохо. Некоторые считают, что получается плохо. Я сам, честно говоря, не знаю до сих пор. В какой-то момент мне просто стало на это наплевать. Что здесь сейчас будет происходить? Во-первых, и в главных, то, что сейчас происходит, посвящается дню рождения моей замечательной жены Аллы Дворецкой. Этот день рождения буквально сегодня. Вот, да, вот она появилась, я прошу ее приветствовать. Все, что делается, это делается ради нее. Как говорится, не корости ради, а токмо волею пославшей меня жены. Эти концерты вот в районе 28 августа уже сделались как-то для нас доброй традицией. Сегодня концерт будет не вполне традиционный. Нарушение традиции будет заключаться в том, что первое отделение будет вполне традиционным для Барда Гринберга, то есть будет превалировать суровый серьез, меланхолия, грусть и прочая зеленая тоска. Потом мы делаем небольшой перерывчик с небольшим фуршетиком, небольшим, минут на 10 максимум. Потом будет второе отделение. А вот второе отделение будет совсем нетипичное для Барда Гринберга, потому что в нем будут звучать произведения легкомысленного плана или, как мы привыкли их называть на нашем жаргоне, дурки. Причем не только мои, но и классические, и канонические, и даже, возможно, раритетные, забытые всеми, кроме, может быть, меня, еще двух-трех олдфагов. Кроме меня, как в первом, так и во втором отделении, принимает участие мой дорогой друг, замечательный поэт Сергей Шерешевский. Он здесь появится чуть попозже. Это в первом отделении мы так, каждый свое отдельным блоком. А вот во втором отделении мы, наверное, сделаем в режиме диалога. Также пообещал в какой-то момент с чем-нибудь выйти на сцену наш дорогой Игорь Борисович Белый. Я это специально говорю, что, во-первых, чтобы он не отказался в последний момент, а во-вторых, чтобы у вас хватило терпения досидеть до конца. Да, замануха такая. Да, и как я обещал организаторам, как было объявлено, концерт шляпный. Пресловутая шляпа стоит на барной стойке. Вот можете повернуться на нее посмотреть. Она такая черная, солидная. Да. Она предназначена, в общем-то, для того, чтобы добровольно в нее швыряться деньгами. В любых необидных количествах. Все, что в этой шляпе к концу нашего действия окажется, пойдет на благое дело. Как минимум фонд Гипериона. Ну, наверное, все предварительно сказано.
ничего я не забыл. Да, надо вам сказать, что вот сегодня прозвучат, по крайней мере, несколько произведений, которые не только не исполнялись публично до сих пор, но вообще не исполнялись вообще, которые до сих пор жили только в голове автора. Так получилось, но это в основном касается вещей, написанных последние полгода. И я думаю, вы меня понимаете, что они имеют определенную направленность. Но начать я хочу с песни. Она тоже нигде ни разу не исполнялась. Это премьера ее. И получилось так. Ну, начиналась она писаться достаточно давно, а вот последняя точка в ней была поставлена ровно 21 февраля 2022 года. Так получилось. Закрыть ли глаза, увидеть ли, как шествуют под небесами вселенские повелители с ломкими голосами, с щетинкою жидкой, тонкою, над верхнею, над губою, с дешевой в руке кремонкою, с безмерной своей любовью. О, как же они неуклюжи, неопытны, не натасканы, но как же они бесстыже повелевают пространствами, да изумленья бесстрашны, наивны до самозабвения. О, как же они бесшабашно идут сквозь пламени времени. Нескладные и недюжие, но движут материками своими еще не отруженными мальчишескими руками. На взгляд равнодушный паршицы, на взгляд искушенный паяцы не знают слова «бояться» и ничего не боятся. Зачем мне все это грезится? Зачем безреберный бесится? Не предусмотрено реверса у времени. Нету реверса. Круги нарезать по комнате, внезапно застыть поменьше. Открыть ли глаза, припомнить ли, что это про нас давнишних? Стихотворение, которое я сейчас прочту, оно, наоборот, старенькое. Даже, можно сказать, из прошлого века. Называется «Посвящение папиросам Беломор». Обтерханная пачка папирос с портретом части, европейской части. Да, где-то здесь родился я и рос, и возмужал. И счастлив был отчасти. Россия – территория любви, здесь без любви жить можно, сложно выжить. Куда как проще человечье выжить и нежитью бродить промеж людьми. Отсюда в рай дорога коротка, вполне подъемных денег виза стоит, и легок путь, и может даже стоить. Но не пора. Нет, не пора, пока.
покуда не окончена гоньба за смыслом жизни, и стихи, и ссора растут, и даже с пачки беломора маяк летит, и почва, и судьба. Песня не исхода. Бычком засмоленным прокурена жизнь, и поздно начать с нуля. Теперь не надейся, теперь держись, хотя бы забавы для. Коль все решено, так чего же решать? На эколь этот лишний груз. Нет смысла остаться, нет смысла бежать, и все-таки я остаюсь. Я жил, как хотел, хотя чаще, как мог, но все-таки как хотел. Я не был герой, или царь, или бог, однако умел и смел. Всему оказалась копейка цена, не больше, но что ж и пусть. Зачем в этом тем дальше жить, старина, и все-таки я остаюсь. Хоть в доме презренья себя презри, хоть выскочив за бугор, все было не зря, но все было зря, суров в суде приговор. И как ты не пыжился, как не потел, а верх взяла гниль и гнусь. И в ихнем не вей же ты не удел, и все-таки я остаюсь. Таким уродился, и вот беда, таким, таков до скончания дней. Не легче не там, где глубже вода, а там, где я нужней. И некто не подлый, а так слегка нормальный разумный трус покрутит пальцами у виска. Пардонте, я стою. Это тоже была премьера. Не умею стихов про котиков и мотыльков. Рад бы, да не таков, а извините, сяков. Рад бы без слез, без дум, просто играть в слова. Пробовал одного, вышла лишь полова. Вышли хухры да мухры. Так вот встаешь с утра, нету Божьей искры, в землю ушла искра. И не искрит свеча, злись, матерись с плеча, а земля горяча. Ох, как земля горяча! Храм тут был или скит, взорван, сожжен, изрыт. Как тебе нравится вид? Что ж не поешь, пиит? Славь же, славь, мать твою, родину, мать твою! Славь подохших в бою за правду, незнамо чью. Если же в лом бренчать, ты же не Пушкин чать, можно и промолчать. Можно ли промолчать? Но искрит голова сызнова, будто нова. Где бы еще взять слова, чтобы это были слова? Чтоб, коль разить, так в раз, коль разносить, так в дым. Что не строчка, Хаймарс, рифма, как жавелин, чтобы убить войну, чтобы спасти страну, мою родную страну и другую родную страну. Может, тогда излечусь от вековых долгов, может, тогда научусь про котиков и мотыльков. На стихи Вадима Седова.
взяв с севера верный курс, идет среди звездных брызг подводная лодка Курск, затопленный город Крымск, заставленный западне, под сводами темноты, у неба на каждом дне не слышны ее винты. Прозрачен бесплотный груз, и нет корабельных крыс. Подводная лодка Курск торопится в город Крымск, к оставшимся за бортом, набрав самый полный ход, и след за каждым винтом мерцает который год. По нам не прочтут молитвы, оркестр не сыграет душ, затихнет и отболит спасение наших душ. Вся наша любовь и грусть на кладбище субмарин, подводная лодка Русь, затопленный Третий Рим. Вадим собирался поначалу сегодня быть, но у него опять проблемы со здоровьем. К сожалению, его не будет. Но я хочу воспользоваться своим привилегированным положением и спеть еще одну песню на его стихи. Как бы на это ни посмотрел Игорь Борисович Белый. Выходные с крыш текло, а на неделе снегопад. Так беги, 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 поднявши ворот. Сверху снег летит и снизу, из-под дворницких лопат. Чалый Тавр, Чайна-таун, Китай-город. Близна исподней извести, тебя не извести, стиснуть, свистнув тесноту за Москворечья, избавляя от повинности на минусе мести, наполняя воздух варварской речью. Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях, настроении каком-то чемоданном, и по пластиковым ступочкам пойдет гулять коньяк. На здоровье, Китай-гор, Чайна-таун. Хитрованская, хитровская, слепая нищета, не считая заветных знаков в тусклых блестках, на себя берет штурвал китайский летчик Джода, под небесью, где пять звездочек кремлевский. Ледяная королева заметает помело тень бредущую с пригорка на пригорок. Город-призрак, город-призрак, Трою, Китиш, Вавилон, город-тайну, Чайна-таун, Китай-город. Город-призрак, город-призрак, Трою, Китиш, Вавилон, город-тайну, Чайна-таун, Китай-город.
одни струны ползут вверх, а другие ползут вниз. Так. Да? Я выключил звук. Он фонит, что ли? Так, ну это я остаюсь без хронометража. А, точно. Он говорит, неважно где, неважно, кому я пою, ведь я пою про радость в труде и упоение в бою, ведь я пою про хороших людей, смелых, сильных и смелых людей. И я не несу никаких идей, кроме светлых идей. Он говорит, неважно, кто с песней моей на устах пойдет чужую землю топтать, творя из живого прах, ведь я о мире пою, о любви. И коль он что-то свое расслышал в напеве моем, вины моей не ищи, нет ее. Он говорит, неважно, что безумный диктатор-бандит за песни мои, возможно, потом меня чем-нибудь наградит. Я не участвовал в вашей войне, мое дело петь и творить. Он говорит, говорит, а мне не о чем с ним говорить. Мучи, шагай, не ковыли, затвор, прицел, пали. Вы думали, вы не нули, так вот вам вы нули. На вас любой есть ров, из вас любой есть ровно нуль, помноженный на нуль. И ваша преданность вождю не защитит от пуль. Шагай, пали, громи, круши, дроби, точи, вали. Мы от рождения нули и до смерти нули. Багров и страшен окаем, и что там за беда? Совсем не сложно быть нулем, не имеет ноль стыда. Не сами ли мы в известный час почти что без помех не на блюдечке вручили власть нулейшему из всех? Не сами ли мы, какое что случись, возбили в лад? Я ни при чем, я нет никто, их бин не виноват. Так что заткни хайло нулек, шагай, куда ведут. Он не глубок, он недалек, последний твой приют. Да примет тебя сыра земля, коль примет тебя земля. Во имя вечного нуля, во славу вечного нуля, последнего нуля. Еще из старенького. На стихи Дмитрия Сухарева. Тростник. Над зарослями тростника осенний ангел пролетел. И сник, и пожелтел тростник. Осенний ангел остудил охоту, играть в слова и пробудил в уме готовность не сказать, чтобы к отходу. Но все ж к приходу холода и тьме. Пора, приятель, подводить итоги, что вечно мы, так это люди врут, и я пришел к заброшенной протоке считать цыплят по осени и труд. И задевая облака, осенний ангел пролетел, и тень скользнула надо мной над зарослями тростника.
над вымышленной страной, где гуси, где вещь вместо чучел ветхие бабуси, чтобы отогнать скворцов от винограда. Дырявые кастрюли браво бьют, где кровь крыши спят, едят и пьют. И над реальной страной, где надо считать цыплят, которых вовсе нет, и пялить черный глаз на белый свет, а он двоится. Двоится и тростник, озерный злак, но треск какой-то в тростнике таится, какого-то разряда тайный знак. Или разлада. Одна песня, которую меня очень просили спеть, тоже из прежних времен, хотя и не такая старая, как эта. Кача. Если кто не знает или забыл, Кача, поселок Кача, это поселок в Крыму, недалеко от Севастополя, известный тем, что в нем возникло и существовало достаточно долгое время первая, сначала российская, потом советская авиашкола. Приходит время, приходит зрелость, с тюрьмой, с умою, отринем бренность. Поедем к морю, немного знача, величий мимо, поселок Кача, на берег Крыма, а в Каче нету ни дев камелий, немногозвездные шалман отелей, ни дискотеки, ни караоке, лишь только ветер да брег высокий. Здесь не приемлют понтов и званий, здесь местный рынок, источник знаний, и виноградом увиты стены, и все, что надо, за ту же цену. Авиашколы былой державы, следы и сколы, сиктранзит Глория, неважно, зато покойно, зато вальяжно. Жизнь постепенна, судьба туманна, смерть неизменна, хоть и нежданна, а счастья нет, но мы не плачем,
Ведь есть возможность поехать в Качу, зарыться ленью на сонном пляже, без сожалений, без мыслей даже. На две недели вовнею доли покой и воля, покой и воля. Уместно, наверное, будет сказать, что написана была песня в 2013 году. А вот сейчас будет еще одна премьера, которая не исполнялась не только со сцены или хотя бы в узком кругу, но вообще никогда не исполнялась. Даже мелодия существовала, до сих пор существовала только тут. Он бравый, как с картинки, товарищ генерал. Он отдавал приказы, он руки не морал. Ложились бомбы точно на школу, роддома. Но все неоднозначно, и есть полутона. Вот воин в камуфляже, обычный рядовой, валяется в канаве с пробитой головой. Шесть пар часов японских глядят из кармана, но все неоднозначно, и есть полутона. А вот политтехнолог, вощеный красавец, такая дрянь, что Геббельс пред ним вообще малец. Всегда и всюду в плюсе, война там не война, но все неоднозначно, и есть полутона. А вот простая русская, как женщина и мать, приходит гробовые за сына получать. Старательно мусолит купюрочки она, но все неоднозначно, и есть полутона. А вот привет, ребята, вот автор этих строк, всю жизнь свою за правду сражавшийся как мог, а ныне вами вписан в отдельный сорт говна. Конечно же, оттенки, и да, полутона. Но вот что я скажу вам, и пусть эс и не нов, диспонус ла мерда, и без полутона. Диспонус ла мерда, это означает довольно дерьма по-испански. Хочу спеть специально для моей дорогой Аллы песню, которая, кажется, ей нравится у меня больше всего, тем более, что она посвящена нашему любимому месту в городе Москве, в котором мы, собственно, и живем, по крайней мере, рядом с ним. А в Измайлово снег, как невестен подол. Это в городе март, в угреватых сугробах. За деревьями поезд в раскачку прошел, отсекая черту
суеты, хворобы, а возмало здесь нерастленна зима, и не ясен итог, и исход неизвестен, и случайный прохожий доволен весьма, и здоровью его русский холод полезен. Это та же Москва, но не та, что с носка, и не та, что в кино, по сети, в интернете. Нерастленная жизнь и прогулка легка, и не мерзнет рука, и улыбчивы дети, и молодой самолетик висит в небесах, обещая нам всем дальний путь и удачу, и веселые тайны слышны в голосах человечьих и птичьих, щенячьих, собачьих. Кончайся зима, не спеши отподтекать заполошной капелью апрельской, да кукой не неси меня, жизнь, не спеши отсекать городскою чертой от заветного звука, а в Измайлово солнце уходит в кусты, не спеша. Уму гаснет день, будет вечер, и кормушки на ветках висят, как плоды непонятно чего, доброты человечьей. Прежде чем передать бразды моему другу и напарнику Сергею Шишевскому, я спою еще песню про еще один горячо мой любимый, хотя и издалека, город. Стихи Михаила Яснова. «Немое кино». Когда я уеду из мест, где жил за полвека до смерти, что вспомню, я вспомню подъезд под аркой на Невском проспекте, когда в ней пустяк невзначай, как кадры немых кинохроник, я вспомню облупленный рай размером в один подоконник. Оставшийся чудом витраж, стеклянные ромбы, как соты, цветной законный пейзаж, былые края и красоты. Помню и вход на чердак, и стены седые от пыли, и только не вспомнить никак, о чем мы тогда говорили. А было же точно игла колола, вонзённая ловко словечко, и до смерти жгла открытая настежь идёвка, как будто на стыке культур входили в словесные стычки вершачи
судьбу каламбур. Цитаты, отсылки, кавычки. Нас громко гоняли жильцы, качали во след головами, не зная, что эти юнцы хмельны не вином, а словами. Казалось, забыть мудрено, останется с гаком на старость, а вышло немое кино. Все помню, а слов не осталось, все помню, а слов не осталось, все помню. Спасибо. Серега, ты готов? Готов. Я вижу. Ужас. Добрый вечер. Так, сейчас, секунду. Свою гитару распаковать не успел, поэтому буду пользоваться. Еще раз добрый вечер. Значит, меня зовут Сергей Шерешевский. Я в обычной жизни, то есть, в принципе, всегда работаю врачом-психиатром. Привет, Наташа. Ты успела, я только сел. Вот. Значит, нет, просто мы об этом договаривались. Не, не в смысле, в том смысле, что на тебя ходить не надо, а в смысле, что она опаздывает. Вот. Ну, собственно, до музыкальности Сергея Ефимовича мне далеко, ну, как-нибудь. А, ну да, и сегодня все будет такое какое-то грустное, актуальное, неактуальное, я вообще не умею. Хотя про котиков как раз умею, во второй части прочитаю. Быть может, кто-нибудь заплачет, быть может, кто-нибудь заплачет, быть может, наскоро заплаты на прохудившийся покров, души уже лишенной слуха, неровным швом швея старуха нашьет, войдя в мой дом без стука и лишних слов. А может, это будет кто-то, мне незнакомый, чья забота держать закрытыми ворота смешной зануда фарамант. А может, это друг из первых, из тех, что воскресают в вербах и надо мною держат небо, что твой атлант. Теперь уже сквозняк не страшен, рот как Манхэттен обезбашен, ярлык линялый made in Russia колышется над пустотой. Такой поди и будет старость, пока еще не спущен парус, а я бегу, бегу, стараясь успеть за той, которую уносит ветер в грядущие десятилетия, а с нею музыка и дети, пока ж поношенный костюм, увы, а может, слава Богу, сулит мне торную дорогу к острогу или к эпилогу. Я эрго сум. Ощущение такое, что скоро случится гроза, впору окна закрыть и, опуская шторы, прошептать молитву, ожидание спрятать за болтовнёй и музыкой и в плед завернуться, чтобы не проникло в дом то холодное, что сулит катаклизм грядущий, даже если сквозняк всего лишь, я зажат безнадежностью между тяжелых плит. Вот боли есть, ты по что ты меня не волишь? 40 грамм коньяка.
корабль, я покинул свой экипаж и выбросился на берег, выбросился на берег, выбросился на берег. Собой принцесса, бариста добрая фея, плеснет коньяка в эспрессо, далеких моторов эхом натужно будет ловаться. Остаться нельзя, уехать, уехать нельзя, остаться. Хочу прочитать, но надо подглядывать. Простите, пожалуйста. Такое своеобразное посвящение Сергею Ефимовичу, хотя не то чтобы, но как-то так укладывается. Говорят, Лот был добрым сеньором. Он спокойно прожил много лет в городке под названием Гоморра. Может, правда, а может и нет. Лямку честно тянул, беспокоясь лишь о том, чтобы блюлся закон. Но он думать не думал, что совесть вдруг покинет его регион. Зазвучали военные марши, и какие-то твари народ разделили на наших, не наших, или, может быть, наоборот. Оказавшись среди тех немногих, кто хороших не ждет новостей, Лот решил, что пора делать ноги, чтобы спасти и жену, и детей. А детишек у Лота две дочки – да сынишка, любитель-радист. Прост был Лотов и очень непрочен разрушающийся парадиз. Шли они мимо мертвого моря, избежавший как будто скорбей, но их мальчик остался в Гоморре вместе с рацией детской своей. И безгрешный и беспечный мальчишка, повзрослевший внезапно теперь, он был вычислен сразу почти что, и забаррикадировал дверь. И пока по нему били танки, юный корректировщик огня ключ сжимал, и летела морзянка всем, кто слышит, огонь на меня. Он выстукивал координаты Богу в небо, не глядя в окно. Ведь, конечно ж, не все виноваты в этом маленьком городе, но... О дальнейшем нам мало известно. Древний автор не слишком речист. Про радиста не сложены песни, да и был ли он этот радист, но когда нету выбора, кроме как бежать, в уши Божьи трубя, кто-то должен остаться в Содоме, в нашем проклятом Богом Содоме, чтобы вызвать огонь на себя. Утренний тыгдым, пялюсь в экран мобилы, сколько белиберды за ночь скопилось, милый, всех не перечитать, в лентах зрачок увязнет, но
Мимас пустота очень однообразна. Кто-то за топоры нас призывает браться, кто-то ждать топоры. Дескать, не дай бог, братцы, русский увидеть бунт. Кто-то постит котяток, но всяк живет, как будто дней у него достаток. А ведь тык-дым, тык-дым, выбор нещедрый нынче. Помереть молодым, ну или выжить нищим, ну или дёру дать. Только я с поля боя не приучен бежать. Стыд страшен паче боли, но колесо стучит, близок конец маршрута. Хошь лечи, хошь влачи, жизни-то всей минута. Струсил ли, был ли смел, в драке ты, друг мой ситный, вишь, почти опустел резервуар клипсидры. Сколько там еще воды? Воробью по колено, тыгы-дым, тыгы-дым, доползем непременно. Ведь твердил Иоанн, а мы его звали Джоном. I'm not the only one, I'm not the only one. Ну и последняя песенка, чтобы как-то нам долго не засиживаться. Ничто так не портит цель, как удачный выстрел. Никто так не сокращает жизнь, как друг, зашедший под вечер в гости с бутылкой виски. Пьем в тишине лишь законный стук, но не каблучков по асфальту, а грубой палки, той, что заменяет зенки слепому пью. И это уж точно не Санта несет подарки. Быть может, дружище, поэтому я и пью. Зима не настанет, покуда полны стаканы. Весна не отступит, покуда горят глаза, покуда чистые стремления, желания странны, покуда сдувает с висков седину азарт. О нас не напишут книг и не снимут фильмов, и мы не рванем на рысях шашки наголо. За нами, конечно, придет поколение сильных, покуда же нам поддерживать здесь тепло. Когда наступает сумрак, густеет воздух, но слышишь, звенят 440 герц. Когда-то они привели меня в племя борзых, порою бухих, не знающих полумер, смертельно больных, кто хандрою, а кто бесстрашьем, почти инсургентов, сжимающих левой гриф, как будто цевьё за мгновенье до рукопашной, хоть в их арсенале лишь пара приличных рифм. Бывает, что слово — единственное оружие, а кын не то чтобы воин, зато вещун. И, кстати, однажды скрипач оказался нужен, чтобы выйти вперед и раскрутить прощу.
дракона с его когтями. Напишем Майсу, блину, куплет, главу. Но если однажды придется струну натянем, как тетиву. Ничто так не портит цель, как удачный выстрел. Никто так не сокращает жизнь, как друг, зашедший под вечер в гости с бутылкой виски. Говорят, дед тут есть. Спасибо большое. Объявляется традиционный перерыв. А мы. Так. Дело в том, что когда мы начнем, Игорь погасит свет, и уже будет сложно найти свое место. Итак, мы начинаем вторую часть Мерлезонского балета, где мы обещали, что никого не будем грузить, а будем исключительно что? Разгружать. Вот, начну я с песни, пожалуй, единственной своего бесценного творчества, которую так достаточно условно можно отнести к категории дурок. С этой песней случилась история. Когда я впервые ее исполнял со сцены на одном крупном нижегородском фестивале, я сделал тактическую ошибку. Я не объявил в начале песни, что эта песня шуточная. В результате, после того, как я ее спел, последовало недоуменное молчание зала. А когда я сошел со сцены, ко мне подошла очень хорошая знакомая, отличающаяся очень хорошим творческим вкусом. Так подошла, приблизила глаза, так посмотрела мне в глаза. Гринушка, скажи, пожалуйста, честно, ты это серьезно или шутил? С тех пор всегда исполняет песню, я предваряю ее предупреждением, что она шуточная. Называется она эпохально, называется она эпос. Эпос о Камеске Бурундукове. Когда ночи настанет ночь, самой себя начни, и в целом мире не найдешь, кого б не взял Морфей. Тогда вдали от города, среди густых лесов, выходит на исходную Камеск Бурундук. Рукой в перчатке кожаной он подает сигнал, и сразу, как положено, разбита тишина. Легки их очертания, их голоса низки, попарно на задание летят бурундуки. Несутся реактивные поверх ночной травы, как смерть неотвратимы и как истина правы. Но
ни в кого не целится, поскольку цели нет, лишь полем тихо стелится инверсионный след. Лишь старый лис в норе глухой под ивой у реки стряхнет с просонья головой, прошли бурундуки, да эхо отдаленный рев случайно донесет, когда камэск бурундуков, когда камэск бурундуков, когда камэск бурундуков уйдет на разворот. А сейчас я спою не свою дурку. Даже, можно сказать, не дурку, это, может быть, даже не дурку. Короче, стихи Вадима Степанцова, музыка Евгения Матвеева. Играет на сопелке, упившийся в дугу, бухгалтер Иванов идет сквозь лес к своей летающей тарелке, упившийся в дугу, у-у, бухгалтер Иванов, у-у, идет сквозь лес к своей летающей тарелке. Он не бухгалтер, нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весей. Он звездолет разбил, у-у, и здесь ему пришлось, у-у, расслоиться всерьез с важнейшей из профессий. В совхозе свет зари, нет мужика важней. В совхозе у него участок и домина, машина «Жигули», у-у, а корова шесть свиней, жена ветеринар и прочая скотина. Машина «Жигули», у-у, корова шесть свиней, у-у, жена ветеринар, у-у, и прочая скотина. Но не грызет тоска инопланетный ум, обилие скота не радует, не зреет. Искусство и ТВ не возбуждают дум. Бухгалтер Иванов пьет водку и звереет. Укрытые от глаз ветвями и землей остатки корабля покоятся во враге, куда упал со звезд, у-у, однажды наш герой, у-у, сломав хребет своей космической коняги, и плачет Иванов, и воет, и рычит, пиная сапогом проклятую планету, и глядя на него, у-у, вселенная молчит, у-у, лишь одинокий фал играет тихо где-то, и глядя на него, у-у, вселенная молчит, у-у, лишь одинокий фал, у-у, играет тихо где-то. У-у-у-у. Во второй части я услаждать ваш слух своим пением не буду, почитаю немножко. Мы с Сергеем Финичем тогда договорились, я что-нибудь одно почитаю, что-нибудь одно попою, ну как-то так и пройдет.
Стишок на заданную тему. Жил да был мужик Серега или Исаак. Он душой болел немного, но не сильно, так. С виду был здоров, однако трезвый или бухой он считал себя собакой, чихуахуой. Вряд ли кто тому был рад, но он в любой сезон дважды в сутки аккуратно гадил на газон. А однажды обнаружил, возвратясь домой, что вчистую сожран ужин чихуахуой. Псину он убить пытался, резал и душил, но в конце концов попался к лекарю души, где, приняв аминозину, живодер и хам, он убил в себе скотину к чихуахуам. Есть у меня несколько, так сказать, текстов ситуативного характера, которые я обычно никогда нигде не пою, даже вот там не то что на концертах, но еще и у костров. Как-то они написались. Ну, в добрых старых КСПшных традициях это не песни, а перетекстовки. Но иногда мне хочется их хотя бы разочек вытащить на свет Божий. Вот сейчас вы услышите как раз результат одной такой хотелки. Я думаю, что первоисточник и мелодию вы все без труда опознаете. Как за меня матушка в горкоме комсомола все поклоны била, целовала флаг. Дескать, он хороший, мол, а что, неосторожный, мол, читает арф Тарханова, так попросту дурак. Журавель в небо улетел, корабль в море потонул, ну, а меня еще по свету ноги носят. И где управа на меня, и где поправа на меня, никто не знает. Да и не спроси, журавль в небо улетел. О, где с той поры я не был, чего я не отведал? Свободу, демократию, частный капитал. Хотя бы и не каждый день бывало, че обедал. Святую веру в лучшее простить не перестал. Журавль по небу летит. Синица взбери на счету, а мне не надо много, только бы немало. А коль начальник идиот, а коль урядник живоглот, так по-другому, когда ж бывало, журавль по небу летит. Ой, куда податься, дайте разобраться, позади разбойники, впереди погром. Слева либеристы, справа коммуналы, агат. Ковид сидит, говорит, не суйся за кордон. Журавль в небо улетел, корабль по Бельмадему плыл, а я сижу и жду меж тучами просвета, и гложет мысль на меня, уже ли родина моя, моя любовь к тебе все так же безответна. Как бы не таким. Так, минуточку, какая у меня была следующая мысль? Тёш, может, ты почитаешь, пока я вспомню? Окей, без проблем. Значит, стихотворение сегодня оно посвящается Олегу Витальевичу Городецкому. Олегу Белому, Сергею Шерешевскому, Сергею Гринбергу и другим русским поэтам. Великим русским поэтам. Великим. Исаак Тургенев назвался Ваней. Вечерами девиц умял
на диване, заряжал ружье непременно пулей, не прикрыв лица, лез за медом в улей и ходил с рогатиной на медведя, с Самуилом Тютчевым, он же Федя. Самуил был знаток утонченной рифмы, но ему милей были стати нимфы, посему он, не дописав эклоги, раздвигал с наслаждением нимфии ноги. А в друзья набивался к ним лейба толстый. Слезы лил фальшиво на третьем тосте, вспоминал Севастополь, матроса кошку, выпивал и в себя приходил немножко. Во главе же стола чайрмен и хозяин восседал утомленно Пушкин Израиль. Теребил перо под столом и мучил эклогу, которую бросил Тютчев. Ах, какую гладкой была эклога! Хорошо быть русским поэтом, ей-богу. Ой. Ну да, я надеялся, что он меня вывезет, а он меня загрузил. Так, про котиков потом. Просто вот поскольку так лично авторских дурок довольно мало, я сейчас перехожу на дурки классические. Скажем так, на мои любимые дурки из моей КСПшной юности. Вот одна из них. Автор стихов, если я ничего не путаю, Семен Лифшиц, а музыка Сергея Бальцера. Это популярнейшие в наши молодые КСПшные времена пиратская тема. Пардон, сеньоры и сеньориты, визит, простите, внезапный наш. И очень строго нас не судите, не то сорвется весь абордаж. Дамы пираты, чему не рады, нам стыдно людям смотреть в глаза. И мы не знаем, куда стреляем, мешает целиться слеза. Эскьюз нас, дамы, что мы не бриты, но на бритье пиастров нет. Так кто чем может, нам помогите. Мадам, позвольте с вас снять браслет. Мы 3 недели уже не ели ни манной каши, ни холодца. Мы похудели без карамели. Милорд, а где ключик ваш от ворца? Мой милый боцман, рубите мачты. Уже срубили. Спасибо, сэр, а вас, миледи, молю, не плачьте, ведь это же детям дурной пример. Да, кстати, дети, их лучшим за борт. Малюткам рано смотреть на бой, а если плохо умеют плавать, пусть гувернантку возьмут с собой. Ай да помолимся мы скромно за упокой души гостей. Команде на ночь по чарке ром... брома. Пописать за борт и марш по стене. Дамы пират, чему не рады, всю жизнь краснеем за черный флаг. Семья и школа, мы виноваты, что нас толкнули на этот шаг. Семья и школа, вы виноваты, что нас толкнули на этот шаг. Любите ли вы котиков так, как их люблю я? Я их не люблю, у меня на них аллергия. Сергей Ефимович тут говорил, что он не умеет про котиков, я умею про котиков. И вообще я вот этим стишком сейчас открою немножко зоологическую тему, ну, по крайней мере, в той части, в какой буду читать я. Итак, посвящение... Кстати, я, Игорь, я прошу прощения, я, по-моему, вас Олегом обозвал, это ужасно. Ну, потому что... А виновата Наташа, потому что она виски принесла. Так вот, посвящение... Никто так не портит жизнь. Второго перерыва не будет. Ага. Посвящение котику с семитским профилем. Нет, конкретно этого зовут Лигорий. Но вообще это было рекламное стихотворение, как ни странно. Просто хозяйка сказала: Сергей, вы можете написать рекламное стихотворение про кота? Ну, я и написал. Не судите о нем по расслабленным щам, в глубине этих мышц затаилась проща, крови алчит. Пусть хозяйка ему быть
скромнее велит. Он в тебя упирается взглядом, Лилит, хоть и мальчик. Он вам станет надежным псом, сторожевым, и из драки с ним вряд ли кто выйдет живым. Он бесстрашен. У него есть один незаметный изъян. Он не любит, мне кажется, филистимлян. Он из наших. Игорь Борисович, вот сейчас было бы очень здорово, если бы ты вышел и вспомнил про Янкеля. Ну, это была мечта, на самом деле. Тогда немножко классики. Са-два. Ра подъезд известный под названием «Черный ход». В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот. Он в усы мешку прячет, темнота ему как щи. Все коты поют, плачет, а так черный кот молчит. Он давно мышей не ловит, усмехается в усы. Ловит нас на честном слове, на кусочки колбасы. Звука не проронит, только ест и только поет. Грязный пол когтями тронет, как по горлу поскребет. Оттого-то знать не весел дом, в котором мы живем. Надо бы лампочку подвесить, денег все не соберем. Все знают, конечно, на всякий случай, Булата Куджава. Продолжу зоологическую тему очень коротенько. На самом деле у меня есть длинный цикл, который называется «Занимательная зоология». Ну, прям вот буквально 4 коротеньких стишка. Однажды дебил крокодила ловил, чем очень приятно того удивил. Он уступил на 100-метровке рыбе молот. Неудивительно, покойный был не молот. Со слонами на ходу поиграли в чехарду. Ребятишкам было б 40 в наступающем году. Ну и последнее из личного опыта. Сыграл на Форексе моржа размером с бакулем моржа. Я даже не знаю. Ты меня прямо без ножа режешь. Режь дальше. Так, ну тогда перейдем, к классической русской литературе. Во время она, когда я был моложе, стройнее и глупее, не сильно, по сравнению с нынешним. Я специально собирал дурки для того, чтобы, так сказать, охмурять девушек у костра. Вот в моей коллекции дурок было аж 2, посвященные насущным вопросам литературной великой русской литературы. Наверное, я сейчас их одну за другой и исполню. Первая посвящена великому произведению нашей классики, нашего всего, под названием «Роман в стихах» Евгений Онегин. Исполняется она на мотив также многим хорошо знакомый. В тихой подмосковной деревеньке, как решил провинциальный свет, Ларин их сосед Онегин Женька, самый симпатичный лучше нет. Ой, Ларин их сосед Онегин Женька, самый симпатичный лучше нет.
почитав французские книжонки, вздохами тревожит тишину. Самые красивые девчонки изредка вздыхали по нему. Ой, самые красивые девчонки изредка вздыхали по нему. Не играл для них он на гитаре, и с утра уж был на веселе. Проходил он даже мимо Тани Лариной, самой симпатичной на селе. Ой, проходил он даже мимо Тани, самой симпатичной на селе. А когда поглядывал на Таню, говорил он: Тань, кто и в саду, я с тобой встречаться, мол, не стану. Я себе красившую найду. Ой, я с тобой встречаться, мол, не стану. Я себе красившую найду. И с тех пор один бредет по свету, и не нашел он бабы по душе. Понял он, что лучше Таньки нету, только Танька замужем. Ой, понял он, что лучше Таньки нету, только Танька замужем уже. Так, и второе отделение нашего спонтанно возникшего литературного клуба посвящено не менее глубокой глыбе нашей с вами классики, а конкретно Федору Михайловичу Достоевскому. Надо сказать, что это вот то, что я сейчас исполню, это вообще вот сумасшедший раритет. Ему чуть меньше лет, чем мне самому, и не уверен, что хотя бы большая часть присутствующих может слышал его когда-нибудь или может вспомнить большую часть мелодий, которые прослужили прототипом этого попурри. Но тем не менее. Так что это вот мы залезаем в закрома и вот выволакиваем на свет архивы. Итак, Федор Михайлович Достоевский. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, и Раскольников тоже бежит. Невеселые мысли над студентом нависли, сам с собой студент говорит. Кто в долги влезает вечно, кто без денег бесконечно, разве тот мужчина? Надо все-таки решиться и приступить ростовщицу, если ты мужчина. Привыкли руки к топорам, пам-парам-парам-парам-парам-парам. Топ, топ, топает студент, подходящий выбрал он момент. Подошел к дверям, набрался сил, постучал и ласково спросил: ты жива еще, моя старушка? Жив и я, привет тебе, привет. Дверь открой, принес я безделушку, ты суди немножечко монет. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, вышла бабка злая, как зверь. А взгляд такой загадочный, а сердце так стучит, дрожит, как лист Раскольников, а мысль в мозгу сверлит. Ухнем. И старушку по макушке стукнул прямо с кондачка, и откинула старушка два облезлых башмачка. Что было, то было, печальный исход, как будто нечистый попутал его. Нахмурены брови, по коже мороз. Порфирий Петрович зовет на допрос.
ты признайся мне, и не надо б на спешке, ни тени, ни темни, а не то без задержки. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Раскольников нисколько не таился, поведал все до капли, до одной, и вместе с Соней он переселился туда, где зимой и весной серебряные сосны, хрустящие снега, а вокруг голубая, голубая тайга, а вокруг голубая, голубая тайга. Вашего позволения продолжим зоологическую тему стихотворением моего друга, замечательного поэта Андрея Викторовича Кругова. Вот, но это стихотворение есть предыстория. Самуил Яковлевич Маршак однажды находился в дурном расположении духа. А может, наоборот, в игривом. Где обедал скорби? В зоопарке у зверей. Там раздолье скоробею, начиная от дверей. Да, животным здесь тюрьма, да, их жизнь полна дерьма, но для нашего героя, что не клетка, то хурма. Пообедал он сперва за решеткою у льва, у царя зверей отхода настоящая халва. Тело взрослого слона просто фабрика говна, но смотри, а то завалит, и не выбраться хана. Подкрепившись у слона, съел бизоньего блина. У бизона в этом деле витаминов до хрена. Милый зоо Вавилон, разных вкусов миллион. Зебра, панда, росомаха, еж, медведь, хамелеон. Дикобраз и носорог, что не клетка, то пирог. И для нашего героя просто райский уголок. В чем же басенки мораль, дети заорали? Мне морали вам не жаль. Вот вам три морали. Кто по-скромному живет, тот всегда набьет живот. Кто бы что бы ни сожрал, все равно в итоге кал. Жизнь у каждого одна, да и та полна говна. Ну, раз зоологическая тема, так зоологическая тема. Игорь Гольдин. Жила-была мышка чердачная, была этом жила-была крыса чердачная, была эта крыса невзрачная, такая дождями подмоченная, такая ветрами склокоченная, такая котами надкушенная, несчастная крыса была. Дрожала от шороха дальнего, и думы лелеяла тайные. Такая, такая, пускай не летаю, но в целом пока я жила. Скучно жить на чердаке, от всего вдалеке, в стороне от великих свершений счастья нет. Ну и пусть, но зато не ошибусь, ведь ошибки происходят в разрешении. Завидует тому, кто теперь не в дому, а бродягою по свету рыщет. И пускай набит живот тех, кто в подполе живет, но зато мы бескорыстнее и чище. Жила-была крыса подвальная, была эта крыса нахальная, сметану из кринг высасывала, селёдок из бочки вытаскивала, и в масле каталась и царствовала в уютном подпольном раю. Пинала скорлупки яичные, паровые копалеты циничные. Такая, такая, пускай не летаю, но спинку ментая жую. Если, ну, допустим, на виду ничего не найду, ни пирог, ни гуляш, ни тефтели, ну, а вокруг такая стишь, а ты, положим, спишь, растолкаю и сожру без канители. Жить светлей, жить сытней и ловчей, без лучей и свечей, даже собственной тени не видя, это только чердаки обживают чердаки, остальные в темноте, да не в обиде.
Жила-была крыса дворовая, душою и телом здоровая. Любила захаживать в гости ко мне, махала приветливо хвостиком мне. Старушки все фыркали носиками, но знали, что трогать нельзя. С ней дети делились сухариком и кликали ласково шариком. Такая, такая, кусков не таскаю, поскольку повсюду друзья. Если добрая душа, то и жизнь хороша. Эй, завистники, зря не ворчите, если я вдруг запою, пойте песенку мою и мотив ее на память научите. Если я вдруг запою, пойте песенку мою и мотив ее на память заучите. Ну, я с зоологической темой, пожалуй, закончил. Я сейчас немножечко на профессиональную. Ну, относительно. Я работаю в больнице, которая в начале 2000-х годов была в эпицентре скандала с так называемыми черными трансплантологами. Чувство, что все собачье, никаких там черных трансплантологов не было. Но она в эпицентре этого скандала была. Ну, так вот. Веселая трансплантология называется. Хотя не знаю, еще веселого. Если чьи-то чувства это заденет, ну, заранее прошу прощения. Мой сосед Антоха вздумал отдохнуть. Для чего он выбрал Ленинский проспект? Мотоцикл понтовый и 0,5 на грудь. С точки зрения скорой это бесперспект. Тело уцелело, разве что нога сломана немного, а башка в куски. А вот с точки зрения трансплантолога новенькие печень, сердце, почечки. Мой сосед Антоха был говно-говном, но однако ж пользы выдал. Ого-го! Все-таки хорошего много было в нем. Свежего, надежного и ликвидного. Так, мы... Вот, по-моему, мы приближаемся. Мы подошли вплотную к теме черного юмора. Я не могу... Сейчас войдем. Не могу не вспомнить одну песню, опять же, из нашей обожаемой классики. Александр Адлунг. Можно подпевать. Время полночь, черт в помощь. Вылезайте, братцы, из могил. И седлай скорее друг другу шеи. Главное, чтобы жопа пострашнее. Чертом в этом деле помоги. Спокойно, по коням. Пострашнее, братцы, заревем. Если мы кого сейчас догоним, а мы догоним. Пусть тогда не буду я покойник, а я ж покойник. Если рук и ног не оторвем. Глядь, бродит в огороде. Глядь, дорогой держит интервал. Ба, да это ж поп Лаврентий вроде. Так что он делал в нашем огороде? Стало быть, капусту воровал. Спокойно, по коням. Пострашнее, братцы, и заревем. Если мы его сейчас догоним, а мы догоним. Пусть тогда не буду я покойник, а я ж покойник. Если рук и ног не оторвем. Глядь, едет на лесопеде. Ба, да это ж комсомольский секретарь. Значит, дело наше, братцы, худо. Надо нам уматывать отсюда. Складывай в могилу инвентарь. Спокойно, по коням. Глядь, заметил, и за нами рвет. Если этот тип сейчас догонит, а он догонит. Пусть тогда не буду я покойник. Я ж покойник, если взносов с нас не соберет. Еще одно стихотворение Андрея Кругова, коротенькое. Мы договорились, что ненормативной лексики здесь не будет, ее не будет. Хотелось сильным быть и смелым, с рельефным телом, как васнецовские герои, причем все трое.
Быть милосердным, а не черствым, не стал и черт с ним. Спасать зулусов в катастрофах не спас и пофиг. Чтоб девушки любили жадно, не любят, ладно. Стать человеком интересным не стал и хрен с ним. Царем, династией, эпохой не стал и ладно. Ну, в общем, мы завершаем потихоньку, да? Ну, так вот, значит, тогда завершать будешь ты. У меня тоже один текст. Вот человек по имени Каждый. Умный, добрый, сильный, отважный. Случись, где беда или просто проблемы, каждый проблему решит об колено. А вот человек по имени Всякий, твердо стоящий в законном браке, в лесах и в горах и в морской глубине, Всякий законной верен жене. А вот гражданин обыкновенный, его узнаете всюду мгновенно, куда ни посмотришь, узреешь его, обыкновенного прежде всего. Легка их дорога, добры зодиаки, обыкновенный и каждый, и всякий шагает по жизни непринужденно. Каждый, всякий, обыкновенный. Их обожают гражданки и граждане, обыкновенного, всякого, каждого. И я лишь бедняжка, один во вселенной, не всякий, не каждый, не обыкновенный. Стихотворение полное сексизма, ну как раз вот в книжном магазине, мне кажется, ему прям место. Ни гнев, ни смех, ни смертный грех не стоят минуты сладостных утех. Я стоик, а все былые миражи, виражи, мрак духа. Слышь, муза, сядь и не жужжи, как муха. Побудь снаружи на часах нам стражем, покуда мы на полчаса возляжем. А после, скомкав черновик постели, перебив заглавья книг, уже ли среди них не сыщется стихов Бодлера? Я вечно принимать готов на веру печатный текст, сокрытый под обложкой, как барабек. Раззявив рот и с ложкой стою пред рядом корешков. Ах, выбор, сколь сладостен, столь и суров. Вот вы бы могли б, не напрягаясь, взять любую. Я буду долго выбирать, смакуя, ведь целый вечер провести у лампы — это не поле перейти. Вот вам бы хотелось разве пролистать небрежно за полчаса страниц до 100. Конечно, и в этом есть свой интерес, бесспорно, но это ж как, простите, секс напорно сменять. Красиво, но не то, прикольно, но будто стильное пальто и конь в нем. Представь, что ты, светясь лицом Пунцова, внезапно обнаружишь том Донцовой, Межбродским, Дантом и Рэмбо. О, это бывшее ребро. Вот мы иссякли. Вот если Игорь Борисович, вот как раз потом уже настало, дело в том, что... Ну, вот, тогда... До свидания. Так, да, до свидания еще рано. Мы предлагаем перейти ко второй части фуршета. Как, подожди? Ну, тогда это... Нет, ну я же не могу его насильно тащить на сцену. Ну почему? Тащи его, нет.
Батон, если только с твоей помощью, один не справлюсь. Можно я встану и пойду, блин? Встань и иди. Поклонись публике, невежа.